Всем привет, друзья! С вами Slim Cybernake, и я приветствую вас на канале Вот Не Тот. Сегодня мы продолжим проходить игру Lutius. На этот раз это будет четвертая глава, которая называется «Острое лезвие». Итак, давайте начнем. Так, ну, жертва у нас еще не определена. Вот, ну, я думаю, скоро мы обо всем узнаем. Так, тетка. Ты знал, что Джет дома? Ты должен с ним поздороваться. Джет, ну я так понимаю, наверное, сегодня мы будем заниматься Джедом. Так, Люсис, говорю, что это не для детей. И вы знаете, дом офигенно большой, то есть это целый там двухэтажный замок. И я как бы вот ориентируюсь только вот в этой части, в этой комнате, как спуститься на первый этаж, гостиная, там знай, где кухня и... Подождите. Я просто... Вот какие-то звуки, наверное... Да. Вот. Так вот, я как бы особо там не ориентируюсь. Не ориентируюсь в этом здоровенном доме, ну, ничего. Здравствуй, Люси. Знаешь, ты не должен здесь находиться. И у нас новая запись. Да, Джет, это наш мясник Джет. Он работает здесь с сырым мясом. Мне нужно найти способ как-то ему напакостить. Да, ну как бы... Так, напакостить убийство, вот, слух и там прочих людей, как бы, пакостью. Ну, это мягко сказано, по-моему. Так, у нас новое задание, да, отнести коробки с мясом, и куда их отнести, все, халява закончилась, подсказок по карте, по мини-карте нету, да, то есть куда бежать, а, наверное, а, кстати, да, наверное, в холодильную камеру, вот эту маленькую, где мы в первой части заморозили служанку. Ну, я не знаю, сюда куда-то поставить так небрежно. Новая информация о работе по дому. 95%, отлично. Сейчас еще одну коробочку по Берику. И мы будем молодцы. Молодцом. Кстати, так не кисло, конечно, вот такая вот холодильная камера, да, там куча мяса, вы видели. Так, не кисло. Так, ты был хорошим мальчиком, в комнате подарок ждет меня. Ну, пошлите. В нашей комнате, я так понимаю, что-то нас ждет. По сути, ой-ой-ой, кто здесь? Если хочешь получить велосипед на Рождество, тебе нужно начинать помогать. Например, вынести мусор. Ну, блин. Вынести мусор. Новое задание, друзья. Вот это вот красное что-то. Не знаю, в общем. Ну, это, наверное, подарок, что ли. Ну, сначала мы пробежимся домой, да? Ой, домой. Ну, в свою комнату. Посмотрим, что там за подарок. Что за мануха, вот, а потом будем выносить мусор. Так, а вот стрелочка. Что это за ерунда? И что это я взял? Включи меня, и мое сердце загорится. Все вокруг, чего-то там. А, это типа подсказка, друзья. Включить. Что свет, лампочка, не знаю. Включи меня, и мое сердце согорится, все вокруг со мной светится. Ну да, мое сердце это в лампочке. Ну и чё? Ты и так горишь, и тут горит все. А, наверное, это все, в принципе, в дальнейшем. Это, наверное, все будет, когда я буду убивать этого чувака, наверное, там что-то с лампочкой будет связано. Хотя глава называется «Острое лезвие». Так, ну все, занимаемся тогда мусором. По сути, что хотел сказать, в общем, владеет такой информацией, что вот эти вот «вынеси мусор», «отнеси коробки», то есть это как бы поведение, работа по дому считается. По сути, это все выполнять не обязательно.
Вот. Но, как бы, выполняя, вот я буду получать вот такие вот подсказки. Ну, всякие какие-то облегчения там и так далее. Так, мусор, по идее, должен быть на кухне. На кухне ищем мусор. Ну, в принципе, мусор ходи обычно под раковинами. Две раковины. Так, тут нету. А вот, вот он наш мусор, отлично. Так, куда там? На улицу куда-то, наверное. Сейчас какой-нибудь уголок закинем и будет все чики-бомбони. Вон, в кусты. Ну, я не знаю, честно, куда тут фигачит мусор этот, так. В принципе, почти не видно. Ну да, не катит. Вот вы видите размер этого всего дома, куча комнат, и вот представьте, сколько локаций, вот по которым мне вот чего-то петлять надо будет, искать, придумать. Так, вот урна, замечательно. Угу. Может, сарай в этом что-то? Так, я тут застрял, меня тут не пускают, ну ладно. Что с этой стороны? А, вот они мусорные баки, так, да? И что? Мальчик не вырос? Давай, трехочковый парниша. Так, я понял, наверное, мне надо попробовать воспользоваться этим телекинезом, да? Попал, я не вижу. А, нифига, я не попал, да? Есть контакт, отлично. Работа по дому сделана. Текущий показатель поведения 30%. Замечательно. Все, есть. Мы вынесли мусор. Джет. Так, непонятно, что с Джедом делать. Ну, давайте. Побежали к этому пареньку. Носорубу дровосеку. Может, там что-то надыбаем будет подсказка. Так, а я отсюда, по-моему, выходил. Тут по тропинке, да, по-моему. Да, отлично, вот она, наша гостиная. Так, кипоша, ну я мясо поносил. Раз ты здесь, то можешь отнести эти коробки в холодильник, они не слишком. Я не знаю, в принципе, ну я отнесу еще одну, я не знаю, поменяется ли что-то. Тут как бы несложно, недалеко. Ну, 40%, отлично, слушайте, друзья, я тогда все поношу. Это нормальная тема, как бы. Процентов. Так, все. А вот перенести коробки с мясом, все, да. Хотя, может быть, до этого уже она была выполнена. Не обратил внимания, честное слово. Так, ну бегим опять к нашему пареньку. Что здесь вот ничего. Так, что ж тебе придумать? У меня нет времени играть с тобой, мальчик. Ну что ж ты такой нервный? Так, стоп. А вот смотрите. Если спрятаться за коробками, телекинезом, да, или чем-нибудь попробовать замутить лампочку. Что-то не особо получается. Во! Хорош! Лампа взорвалась. Как тут пилить, когда ничего не видно? Эй, Люциус, пойди найди мне наконец-то парочку новых лампочек. У меня тут работа стала.
Так, джет мигает. Кажется, уборщик вчера менял лампы. Уборщик. Блин, ну а где уборщика искать? Ну вот это вот напрягает, конечно, вот это отблуждание. Уборщик. Я даже не знаю, кто такой уборщик. Кто уборщик? Я уборщик, да? Кстати, вот здесь вот пассажир, я отвертку шмотил, да, в какой-то из частей. А вот, смотрите. Ой, the best. Как, зачем вот, блин, менял чувак лампы, вот, отверткой, красава просто. Так, а что теперь мне надо сделать? Включи меня, и мое сердце загорится. Все вокруг со мной осветится. Но это все диалоги, блин. Это вот подсказка, да, я не знаю. Так, и чё, и что мне сделать? Принеси мне несколько новых лампочек, Люциус. Ну я принес, в принципе. Что, ему просто ее отдать? Новая запись. Он залез наверх пилы. Это мой шанс. Что мне, телекинезом включить пилу? Ну вон она пила. А как ее включить? Блин. Он же сейчас слезет. Как ее? А вот кнопки типа, да? Да, есть порядочек. Замутили. Смотрим заставку. Капец. Мясо. Жесть. Напакостил, мягко говоря. Так, что у нас? Новая запись в записной книжке. Джет, еще один поросенок пошел на мясо. Угу. This situation is ridiculous, Mr. Wagner. And I'm holding off the bureau from launching an inquiry. Я с трудом удерживаю бюро от начала. I'm posting a deputy at the house. It's more for your own protection. I wish I could explain these things more than accidents, but I can't think of a motive. I can't imagine how anyone could have gotten away with this. We'll get to the bottom of it. Just consider this house on lockdown until something comes up. It wasn't a pretty sight. Head sawn in half and blood everywhere. These freak accidents were keeping me up at night. Four deaths in four months, all apparent accidents. I still had no clear suspects, no motives, no way to even start an investigation. At this point, I was only sure about one thing. Прошел еще один месяц, нам позвонили и попросили вернуться в дом. Но на этот раз ситуация была иной. На этот раз это было убийство. Во как. В пятой главе пацанчик уже просто кого-то открыто, что ли, убьет, или... Или, в принципе, сделает вид. Так, друзья, ну вот, здоровое питание, следующая глава начинается, ну, на этом видос я заканчиваю, вот, с вами был Slim Cybernake, подписывайтесь на мой канал, до встречи в новой части, всем пока!